Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Людмила. Хочу сегодня вам показать свою посылку с сайта iHerb. Давно не заказывала, сейчас реже стала заказывать. Потому что многие вещи, в принципе, могу уже купить в магазинах в нашей, в России, и по доступным ценам. В Литуале часто покупаю со скидками большими многие продукты, поэтому как-то не особо надобности мне есть заказывать на этом сайте. Ну вот я увидела скидки очередные и решила заказать. Хочу с вами поделиться. Пользуюсь, наверное, уже недели полторы. Просто не было времени снять видео. Поэтому давайте посмотрим, что же ко мне приехало. Первым, наверное, что я покажу, это вот повторная моя посылка. Покупка, точнее. Это расческа, гребень называется. У меня есть уже такая вот голубая, бирюзовая она. Сейчас приехала сиреневая такая, красивый цвет. Очень люблю эту расческу. Стоит она копейки, там где-то 150 рублей. Ну, плюс-минус в зависимости от курса доллара. Поэтому, как я считаю, как запасной вариант вообще отлично. У меня длинные волосы, поэтому, когда выходишь с душа, иногда хочется расчесаться. Чтобы, ну, я мою волосы на ночь, потому что утром не успеваю это сделать перед работой. И когда расчесываешься, там маслом каким-то намажешь, как бы волосы не вырывает, удобно. Здесь они не колючие. Можно повесить в ванной на специальную полку, если она у вас есть, на полотенцесушителе. Очень удобно. Вот взяла одну про запас. Не, ну, повторюсь, не врывает волосы, очень удобно, стоит копейки, удобно в использовании. Единственное, что она большая, не у всех, если там у вас маленький клатч, вы берете с собой, естественно, не поместится. А так, очень удобная вещь. Поэтому решила взять запасную. Так, вторую покупку. Это тоже повтор. Гиалуроновая кислота с хондроитином сульфатом. Здесь 60 капсул, ну, таблеток в данном случае. Это еще запаковано. Взяла про запас. Ну, так как, естественно, была акция, там я не помню, сколько процентов. Здесь нужно употреблять по одной таблетке. Есть еще такой же вариант по две, но экономнее получается покупать именно версию по одной таблетке в день. Здесь хватает на 60 дней. Хорошо помогает, если у вас болит спина, как у меня, допустим. Я пью не на постоянной основе, а где-то курсом пропиваю раз-два в год. В последнее время раз в год пью, хотя нужно, конечно, два. Хорошо помогает при остеохондрозе. Если у вас там продул кондиционером, у вас вы не можете пошевелиться, там через неделю после начала приема начинает проходить симптомы. Поэтому советую. Хорошая вещь. Не буду, наверное, открывать эту бутылку. У меня баночка у меня уже есть открытая, я еще не допила. Ну, обычные таблетки легко глотаются, помогают действительно. Фирма Dr. Best. Советую. Стоит, конечно, немало, но действительно работает. Так. Дальше, наверное, покажу вам гель Алоэ Вера. На iHerb я, по-моему, его не брала еще ни разу, а так я его частенько покупаю за границей, когда бываю во Вьетнаме или в Таиланде. В Золотом Яблоке у нас в России покупала. По-моему, там корейские производители были. Ну, в принципе, там плюс-минус, главное смотреть состав. Здесь 99% упаковано. Не открывала еще, у меня еще там капелюшка осталась предыдущая. Не использовала. Для чего я ее применяю? Во-первых, от солнечных ожогов. Если беру за границу, беру там на море, не знаю, можете даже на дачу взять, когда загораете вместо крема, и после загара использовать, чтобы не остались солнечные ожоги. Очень хорошо помогало мне в Таиланде, когда обгорел лоб, и он вздулся. Там как солнце, там другое совершенно. Была опухшая вся, пару дней использования, и отлично помогает. Если там порезались дома ножиком или там еще чем-то,
хорошо помогает, быстро заживляет ранки. Можете также холодным использовать, ну, в холодильнике хранить и использовать как крем. Тоже неплохо работает. Как крем для... Как гель, наверное, а не крем. Для ног после эпиляции там использовать. Хорошая вещь. Стоила, я не помню, что-то рублей 300 с чем-то. Советую, очень хорошо. Хорошо помогает при ранках особенно. Не буду открывать. Ну, обычный гель алоэ, кто знает, как он выглядит. Вот он. Ссылочки, естественно, я оставлю вам внизу в описании. Пройдете, почитаете, может быть, действительно что-то вам приглянется. Так. Остальные новинки. Что я взяла? Вот это я взяла первый раз тоже. Огромная бадья просто. Это у нас тоник. Что-то я увидела случайно на сайте. Он стоил 300 с чем-то рублей. Состав неплохой. Здесь... 473 миллилитра, просто огромная бадья, вот, правда, мне даже держать его тяжело. Натуральный состав здесь. Есть спирт, но он натуральный, зерновой написано, зерновой спирт. Хорошо в использовании, по крайней мере, как на сайте написано, при порезах тоже, при каких-то там проблемных участках у вас для жирной кожи рекомендуют. Я уже несколько раз использовала. В принципе, неплохо. Ни плюсов, ни минусов. Ну, как тоник и тоник. Вот сейчас жара дома, 35 градусов у нас в Самаре. Я не могу пользоваться сейчас кремами, они просто растекаются. Кондиционер у нас на работе что-то тоже сломался. Поэтому использую в основном тоники сейчас. Вот последнюю неделю, потому что вот, ну, действительно нереально, крем просто течет. Если только на ночь. А днем вот только тоник. Запах, конечно, у него специфический. Не всем он понравится. Здесь он был запакован, я сняла, конечно же. Здесь вот жидкая водичка, запах, ну, ореховый какой-то. Ну, на любителя. Кто любит вот цветочно-древесные, древесно-восточные такие вот ароматы, вот им подойдет. Всем остальным вряд ли, если вы прям... Для вас это важно, запах. Для меня не важно, потому что он через, ну, 5 секунд он выветрится. А стоит копейки. Так, из новинок я еще взяла по акции сыворотка с пикногенолом от фирмы Азелик. Возможно, неправильно произношу, извините. Первый раз вот беру такую, ну, полномасштабную сыворотку. По-моему, в пробниках я убрала как-то один раз. Там малюсенький был пробничек, поэтому 5, по-моему, миллилитров. Не особо я его испробовала. Плюс, ну, не было никаких результатов на лице. В этот раз взяла полноразмерную. 30 миллилитров здесь. Стоит 700 с чем-то рублей. Там 50% скидка. Сейчас она до сих пор действует. Вот она выглядит, сыворотка с пикногенолом. Ассоциируется как омолаживающая сыворотка написана. Помогает защитить кожу от ультрафиолета. Ну, это, по крайней мере, то, что на сайте написано. Использовала я его, если честно, всего лишь пару раз вот сейчас, в такую жару. Действительно, кстати, кожа так немножко, как сказать, посвежела, что ли. Морщинки расправились. Это вот первое то, что вот я увидела, когда нанесла. А на утро, как-то, честно говоря, не обратила внимания особого результата. Ну, повторюсь, у нас сейчас очень жарко, поэтому, мне кажется, надо использовать его в более такой прохладный период времени. Ну, или когда ночь более-менее прохладная. Ну, все его хвалят, поэтому я ничего плохого про него пока сказать не могу. Очень неплохая сыворотка. Густая. Ой, сейчас мне налью. Вот она, густая. Запах. Ну, практически без запаха. Я знаю, что эта фирма очень хорошая. Ее там все хвалят, столько про нее отзывов. Там есть и с гиалуроновой, по-моему, кислотой, есть и еще с какой-то. Не помню уже. Я брала несколько пробников, вот это просто взяла в тупо акции.
Почему нет? Думаю, 30 миллилитров. Ну, нормально. Первые пару раз, когда я использовала, было неплохо. Мне понравилось. Ссылочки оставлю. Так, далее, что еще взяла первый раз. Это патчи. Честно говоря, просто люблю эту фирму, SNAP. Я брала несколько раз уже патчи с ласточкиным гнездом. Они синего цвета такие. Мне очень понравились. Они неплохо снимают отеки. Но не идеально, конечно, тоже. Не всегда спасают. Но неплохие. В этот раз решила попробовать другие. Взяла... Они с черным жемчугом называются. Тоже использовала пару раз только. В принципе, неплохие. Мне понравились. Как вот для пару раз. Вот два дня назад, например, брала креветки с пивом. И, видимо, ну и как бы... Можно сказать, часа через два легла спать после того, как поела креветки соленые. На утро встала вся отекшая, просто отекшая. Ну, потому организм у меня такой. Как бы я, если что-то поем солененькое незадолго до сна, или там после 7 часов вечера, все, на утро я буду вся в отеках. Достала эти патчи. Хорошо, что мне на утро, ну, не надо было на работу, я попозже встала. Увидела, конечно, свое лицо и просто испугалась. Нам быстренько достала эти патчи из холодильника. И действительно, 30 минут, и отеки спали. Вот для меня это, конечно, новость была. Не полностью они снялись. Чуть-чуть там осталось, но, по крайней мере, не было так страшно, и можно было идти спокойно на улицу. В составе есть вот такая палочка. Ну, она, в принципе, у всех практически есть. Патчи. Здесь довольно много жидкости. Хорошие патчи. Здесь их можно наносить и на носогубные складки, и на под глаза. Ну, действительно работают, кстати говоря. Ну, запах обычный. Ничего такого сверхъестественного. Приятный еле уловимый аромат. Здесь 60 штук на 30 дней. Хорошие. Вот реально советую. Люблю эту фирму. Лучше, чем те, что с енотом. Вот мне 37 лет. На мне они работают лучше, чем енот. Или Петти. Петтифит, по-моему, называются. Не помню. Ну, Петти какие-то. На мне они вообще не работают. Вот эти работают. Недавно брала еще в Золотом Яблоке три вида патчей. Пока использовала одни там по акции. Ну, не работают. Лёгенькие очень. По сравнению, вот эти вот реально работают. Советую. По акции вообще можно приобрести спокойно. Так, и последний набор, что я взяла. Это он был в пробниках. Вот такой большой. Большая косметичка. Очень плотненькая такая. Здесь 8 предметов. Стоит вот, ну, где-то 700-800 рублей. Вот точно не помню уже. 600, от 600 до 800 рублей от доллара зависит. Есть 8 предметов. Сейчас откроем. Как бы походный вариант читается, но я решила попробовать. Думаю, почему нет. Так, будем доставать, наверное, по одному. Так, то, что я пробовала. Это гель для душа. С кокосом. Пахнет вкусно. У меня уже был пробник, я брала этой фирмы. Гель для... Ой, кондиционер для волос. Тоже с кокосиком. Очень вкусно пахнет. Вообще шикарный. Но единственный минус вот этого геля для душа, он плохо пенится. Действительно, там расход большой для мочалки. Но запах, конечно, отличный. Кто любит кокос, тот оценит. Жидкая такая. Помпочки здесь, конечно, нет. Но довольно большой объем. Здесь 89 миллилитров, и вы действительно можете понять уже за этот объем, нравится он вам или нет, чтобы взять больший формат. Так, далее. Здесь есть в составе шампунь и маска. Фирма Kundal. Не знаю, раньше, по-моему, я не покупала эту фирму. Шампунь хороший, действительно промывает на ура. Мне понравился.
состав здесь, я, честно говоря, не помню какой. Макадамия. Да, мед. Мед, макадамия. Поэтому, ну, оставлю. А, ну вот прямо написано, да, мед и макадамия. Оставлю ссылочки, почитайте. Ну, у меня почему-то на ноутбуке нет перевода. Только по отзывам ориентируюсь. Так. Маска для волос. Тоже маска очень хорошая. Волосы разгладились, стали прямые. Но банка настолько жесткая, что невозможно просто средство вытащить оттуда. Я доставала, пальцами просто выковыривала. Потому что, ну, очень жесткая упаковка. А средство очень густое. Ну, просто невозможно его достать. Пахнет вкусно так, таким чем-то тайским, азиатским. Вкусно очень такой запах. Хорошая маска, но если бы не упаковка, конечно, наверное, только из-за упаковки большой формат точно никогда не возьму. Ну, как пробник, отличный вариант тоже. Здесь 90 мл. Так, здесь зубная паста и зубная щетка в составе еще есть. Зубная паста с солью. Большой формат здесь. Посмотрим, сколько. 50 грамм вот написано. Я уже ей пользуюсь полторы недели. Вот как только приехал ко мне, я сразу начала им пользоваться. Хороший, хорошо прочищает. Чувствуется прям соленый вкус. Но даже если у вас там ранки какие-то во рту, не будет болеть. Обычная белая такая. Запах мятный. Ну, я люблю как послевкусие такое от зубных паст. Такой мятный, чтобы аромат, ну, был так приятно во рту после. От этого средства такого нету. Ну, как бы почистил, и все. И аромата больше никакого нету, ничего нет. Может быть, это и хорошо. Поэтому не знаю, на любителя. Зубная щетка отвратительная. Белая такая, очень твердый, толстый пластик. У меня просто как раз, когда приехала посылка, сломалась электронная зубная щетка. Я думаю, о, хорошо, зубная щетка приехала, как раз воспользуюсь. Пользовалась ей 5 дней, у меня воспалились десна, просто опухли, потому что это очень жесткое для меня оказалось. Не, на любителя. Не советую. Если у вас чувствительные десна, она вам не подойдет. А так удобная довольно. Ну, привыкнуть надо к ней. Кто пользовался, наверное, электрической зубной щеткой, она уже непривычна будет. Ну, не знаю. Я, конечно, ей бросила пользоваться. Все, купила другую зубную щетку, пошла. Но как походный вариант, если вы пользуетесь жесткими, вам подойдет. Так, далее здесь еще есть вот это средство Дерма Боди Лосьон. Им я еще не пользовалась. Ну, запах такой легкий. Не пользовалась, ничего не могу сказать. Сейчас не буду, потому что очень жарко. Так. Что здесь у нас по составу? Все на китайском или корейский. Китайский, наверное, непонятно, что за язык. А, Корея написано, сделано в Корее. 20 мл. Вот, 20 мл сделано в Корее. Говорят, хорошее средство, его хвалят. Буду пользоваться попозже. Как только чуть-чуть потеплее, похолодает. Далее здесь средства есть. По-моему, для смывания с глаз косметики. Не пользовалась, не знаю. Ванила. Zero. Мне кажется, у меня такая большая упаковка есть. Как раз умывалка она. Сухая умывалка. Где берешь немножко средства. И размазываешь ему по лицу, и вот так 3 минуты нужно делать. Тогда смывает всю косметику, а после него можно и жидкой умывалкой пользоваться. Мне кажется, это вот это средство. Здесь оно
Его мало, но в принципе должно хватить надолго, потому что средство реально не заканчивается. Здесь, не знаю, сколько грамм, 3 в одном. А, ну да, вот 3 в одном для умывалка. Бальзам-умывалка. Сколько здесь грамм? Сделано в Корее, 10, 3 миллилитра. Так, и последнее, что здесь было в комплекте, это зубная нить. Никогда вообще не пользовалась зубной нитью, но всегда хотела. Как-то мне не попадались на глаза, ни в магазинах, нигде, я специально не искала. Поэтому вот мне любопытно даже ей попользоваться. Вот здесь вот упаковка. Сделана в Лос-Анджелесе. Давайте попробуем, откроем. Ничего не открывал, даже не смотрела, что там, как она выглядит. А вот она. Это, видимо, чтобы вот отсюда начать. Так. Здесь ее можно открыть аккуратно. Давайте попробуем. Так, вот она черная. Так, тоненькая. Не знаю, сколько здесь метров. Ну, не мне судить. Я никогда не пользовалась нитью. Но вроде как хвалят, неплохая, пишут. Будем пробовать. Ну и сама косметичка, конечно. Довольно плотная, удобная. Даже если у вас закончится средство в баночках, вы можете спокойно перелить туда что-то. Я имею в виду вот эти вот шампуни, кондиционеры и гель для душа. Банки, бутылочки очень удобные, формат. Можете потом перелить сюда свои средства и, когда вы едете куда-то отдыхать или командировку, взять с собой. Так, ну это все были, в принципе, мои покупки. Ставьте лайк, кому понравился формат данного видео. Ссылочки внизу я оставлю, код на скидку тоже оставлю. И все, всем спасибо и пока.